Всем привет, друзья! Я потратил много времени и много энергетических кредитов, но я купил 10 ключей за 20 миллионов кредитов. И вот у меня есть 10 коробочек, которые я хочу вместе с вами открыть. Давайте посмотрим, что попадется. Так. Лобби креста. О! VIP кастомы, отличненько. Можно будет делить умные ноды на 5000 добывать. Так. Так. Для Кельвина. Отлично. Ну, пойдет на продажу. Так. Reputation Mark. Отличненько. Бонус 500 штук. Попробуем, наверное, передадим на другого персонажа. Так, еще одни марочки. Так, в этот раз что выпало? 10 апдейтов. Так, ну-ка, дальше что у нас? Еще 10 апдейтов. Так, Space Trade. Вот это интересно, вот это интересно. Space Trade, как правило, там хорошие. Посмотрим, может быть, возьму его. Так, что у нас? Опять апдейты выпали. Опять Кельвин Тайлайн Weapon в этот раз выпал. Но опять же, пойдет на продажу. Ну и давайте посмотрим. Вдруг сейчас выпадет сам Кельвин. Да. И все, да, выпал еще раз. Ну, тем не менее, 44 лобби кристалла. Да, ну и давайте посмотрим, что это такое. Так, Natural Zone. Так. Плюс 30 All Damage Resistance. А, ну, честно говоря, не очень. Не очень, наверное, продам. Ну да, вот это мы один завязаем, один, если передается, ну, по идее, тут ограничений нет, то тогда передадим на второго персонажа. Да. Вот так вот, друзья. Неудачно, но что есть, то есть. Попробую потом еще раз накопить и еще раз открыть. Да. Ну, на этом все. Вот, кому-то повезло. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Следите за трансляциями Твича и обязательно вступайте в группу ВКонтакте.